Более чем для 800 выпускников Ненецкого округа сегодня прозвенел последний звонок. Из них 571 человек – выпускники 9 классов, 236 – 11-классники. Торжественные линейки прошли во всех школах округа. Впереди выпускников пора экзаменов. Так, 29 мая многие будут сдавать ЕГЭ по географии и информатике. 31 мая – математику базового уровня. А 2 июня – экзамен по математике профильного уровня. Завершатся госэкзамены в этом году 19 июня – экзаменами по химии и истории. Впрочем, сегодня, в праздничный день, об этом никто не вспоминает. Главные виновники торжества танцуют вальс. Школьное платье, банты и непременно белый кружевной фартук. Сегодня форма советского времени стала украшением всех выпускниц первой школы. Кружилась в вальсе и ученица 11 А класса Зоя Гусарова. Поначалу не было волнения, но когда я проснулась, мне прям такой в дрожь бросила. Но сейчас мы первый танец танцевали, у нас предстоит еще один. Там будет очень классно. Поэтому, ну, в принципе, волнение уже уходит. Если честно, я счастлива, наконец-то. Я отучилась, дальше начнется взрослая жизнь. С какой-то стороны это страшно, потому что новое все будет, но в целом это круто. Несколько трогательных танцев Зоя сегодня танцует со своим одноклассником. В роли галантного кавалера выступает Руслан Титов. Куда планируешь поступать? Планирую в Питер на информационную безопасность, информатикой связать свою жизнь. Что ребята можешь пожелать? Скоро у вас пора экзаменов. Чтобы все сдали, чтобы все поступили куда хотели и чтобы у всех все было хорошо. Как думаешь, потом будете вот с ребятами как-то связываться? Ну, конечно, 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 буду. Последний звонок сегодня прозвенел для 93 выпускников первой школы. Это 4 девятых и 2 11 класса. Попрощались с детством в этот день и старшеклассники Евгений Матвеев и Ксения Чупрова. Я считаю, что мне очень повезло с классом, и школьные годы мне запомнятся где-то с очень сложными, стрессовыми, но в целом впечатления хорошие. Настроение волнительное на самом деле. Я очень долго ждала этого дня, чтобы уже отдохнуть, закончить школу, но в то же время я понимаю, что скоро и грустить уже начну, вот, поэтому смешанные чувства. Смешанные чувства испытывали сегодня не только выпускники, но и, конечно, их родители. Чувство гордости какой-то за своего ребенка, что она вот такая уже взрослая, все-таки уже взрослая, 16-й год, заканчивает 9-й класс. Себя вспомнили в 9-м классе, какие были мы. Ну, конечно, эмоции переполняют. Скоро экзамены, боятся вот ребята? Да, переживают, очень переживают, но я думаю, что сегодня они пока это все оставили на потом, завтра они уже подумают об экзаменах, а сегодня у них праздник. Отзвенел последний звонок. Дальше выпускников ждут серьезные испытания. Сдача ЕГЭ и поступление в колледжи и вузы. Любовь Пермякова, Леонид Шишелов, телеканал «Север».